слово, сегодня замечательная погода, День России. Третий выходной подряд. Пора и выбраться из дома. Ой, хорошо. Вот пришвартовался за буёк. Очень удобно, потому что идет встречный ветер. Наверное, метра 3-4 в секунду. Хотя написано было в погоде всего лишь 2. Поэтому вот приходится идти против ветра и немножечко передыхать. Вот таким вот макаром. Если не пристегнешься, тебя просто, пока ты будешь отдыхать, назад унесет. Вон туда. Вот такие вот дела, друзья. С праздничком. Поздравляю. GoPro стоп съемка. Ну, друзья, сейчас отправимся в путь.